начинается второй тайм. В перерыве команды успели немного отдохнуть и обсудить свои дальнейшие действия. Недовольны результатом и те, и другие. Гарант, наверное, чувствует, что может забить намного больше. А HSBC, ну, в целом, устраивает их отсутствие возможности самим создавать атаки. Он в атаке. Темный фол. Потеря мяча здесь. Виновата. Если Бревнев не остановил, могли бы забить. Коснулся. Долгау. Бревнев, не стой! Давай, 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 давай,
приемен. Пол. Третье нарушение очень висит. Рамка, наверное, ждет. Головой. Армима. Готовы стартовать последние чистые минуты. Пожалуйста, можно. Раз. На! Что? По кому ударился? Слава, снять! Ставим мячик. Раз. Последние минуты возникают некоторые проблемы с началом атаки. Так, пойти надо, пойти, Андрей. После стартовых трех-четырех
минут никто не мог подумать, что борьба в этом матче будет идти до последней секунды, что сейчас BC удастся вернуться в игру. В эти последние 20 секунд гораздо надо можешь никуда не лететь, не торопиться, а спокойно отыгрывать назад. Лево! Да, мяч ведет в поле. Садись назад! Садись назад! Да, садись, да! Несуй свои шпалы! Все, заканчивается время, отведенное на матч. 1-0 победа «Гранд Энерго».